это же грачи прилетели, улыбнулся. Вот как галдят, делят что-то. Всегда важные, черные, а сейчас сбились в кучу над березами, растрепанные, как воробьи. Да что же это у них там случилось? И решил Саврасов подобраться поближе. Зачастую о русских художниках мы знаем немного. Факты биографии – самые известные картины. А вы когда-нибудь слышали сказки о них? Культурно-досуговый центр «Молодежный» расскажет. На YouTube-канале центра появилась новая рубрика. Любовь Терещенко в необычной форме повествует о творцах, их полотнах и жизни. Васнецов, Шишкин, Левитан, Врубель, Суриков. Узнать о них подробнее, увидеть шедевры – еще одна возможность занять себя чем-то интересным на самоизоляции. Сейчас такое время необычное, но мне кажется, даже в любое другое время это очень интересно и познавательно. Мы должны обучать, просвещать нашу молодежь. И вот такой форме сказок это необычно и очень-очень интересно. Доступный и всем понятный формат сказки оказался интересен не только детям. Молодежь и старшее поколение также с большим удовольствием просвещаются, оставляя свои восторженные отзывы. В дальнейшем Любовь Ивановна планирует рассказывать не только о русских художниках, но и о других мировых знаменитостях. Сказка продолжается. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Удивительные есть.